деятельности хобби таком называемом понадобился слайдер. И на первое время решил купить данный вариант. Это слайдер Green Bean Basic 80. Вставляется в такой упаковочке. То есть длина 80 сантиметров. Выдержит максимальную нагрузку 5 килограммов, хотя на сайте производителя сказано, что камеру и дополнительные устройства до 3 килограмм. Ну и материал изготовления алюминий и сталь. То есть вот. Ну и показана стоимость. То есть, ну, давайте ее откроем. Уже отклеивается, пока нет. Так, внутри упаковки находится такой чехольчик. Удобный для переноски. Так, давайте откроем. Так, ну а внутри находится гарантийный талон. Гарантийный срок хранения 24, эксплуатация 12 месяцев. Так, ну, показана инструкция для группы слайдера. Ну, в моем случае это 80. Низкие характеристики. Чем-то для 100 пока, для 80, 3 килограмм, но тут для всех. То есть высота 54, то есть крепление для камеры 3 восьмых, 1 четвертый тут нету, только 3 восьмых. Так, крепление на опорное устройство, то есть здесь 3 восьмых, 1 четвертая. Так, ну и инструдийный алюминий сплав, ну и 8 шариков подшипников закрытого типа. Температура от минус 30 до 60. Комплектация слайдер. Дальше регулируемые опоры, ключ. 6 грамм 3814. Мягкая сумка для переноски, руководство по эксплуатации. Ну и гарантийный талон. Не будем, отложим. Так, здесь есть кармашек, ну вот, кстати, в котором находится два ключа, плюс вот резиновые вставочки, резиновые ножки, запасной комплект вот сюда вставляться. Так, ну и непосредственно слайдер. То есть здесь есть крепление на штативы под разную резьбу. То есть вот 3 четвертых, 1 четвертая резьба. Можно с двух сторон осуществить крепление. То есть здесь, здесь. Причем даже, то есть вот здесь вот даже есть резиновые амортизаторы, чтобы у вас не бились на металлические поверхности. Здесь прорезиновая площадка, есть уровень установки вновь круглой. Вот. Так, ну и фиксаторы.
выставить любую длину, которая вам понадобится. Да, еще здесь также можно поставить и даже вертикально на штатив, также 1/4 резьба и 3/4. То есть можно выставить можно любую длину. Есть стопорное кольцо фиксации. Устанавливается камера, а вернее не камера, а то есть штативная голова как вариант. Ну и осуществляется панорамирование, то есть проходы. То есть, скорее всего, возможно даже вставлю. Сделано из качественных материалов, достаточно прочно. Да, кстати, 80 сантиметров, но рабочая длина из-за того, что по центру ставится, 70 сантиметров. То есть, ну, может быть, кому-нибудь этого недостаточно. У меня